Вера Брежнева недавно вернулась из Греции, где отдыхала в компании друзей и семьи. Константина Меладзе снова рядом не было. Точнее, Вера снова не публиковала совместное фото с мужем с отдыха, что позволяет делать вывод о его отсутствии. В очередной раз Брежнева поехала отдыхать без супруга. В сторис своего блога в Инстаграм Брежнева опубликовала фото с дочерью своей подруги, которая стоит за ее спиной. Однако поклонников заинтересовал неоднозначный комментарий Веры, которым она сопроводила снимок: «Никогда не знаешь, что происходит за твоей спиной». Поклонники сразу сделали вывод: Вера Брежнева уличила Меладзе в измене. Именно поэтому, считают подписчики, Вера снова поехала отдыхать, ведь совсем недавно она уже была в отпуске. И снова покинула Россию без супруга. Остается гадать, почему долгое время Брежнева не публикует совместные снимки с мужем и предпочитает уезжать за границу без него. В любом случае, Брежнева не из тех, кто выставляет свою жизнь на показ. Возможно, она боится на публику демонстрировать свое счастье, чтобы не привлекать внимание к личной жизни посторонних людей.